Вынужденную посадку в национальном аэропорту Минск совершил самолет российского авиаперевозчика «Аэрофлот». Воздушное судно выполняло рейс из Москвы в Рим, и сразу после взлета у маленького ребенка случился приступ аппендицита. Пилот принял решение приостановить полет и запросил разрешение на посадку в ближайшем аэропорту. В Минске юного пассажира встретила бригада скорой помощи прямо на летном поле.